Один великий человек говорил: «Бог не создавал людей одного лучше другого». Но у этой цитаты есть продолжение. «Мы лишь рождены равными, а дальше все зависит от нас». Ну, я до конца на характере уже не говорил ничего тренерам, просто до конца. Все заряженные пацаны из Кыргызстана лично, мы уверены, иншаллах, мы все выиграем. Я знал, что я первый забрал. Второй раунд не стал вставать сильно, чтобы третий взорваться. Полуфинал, начало. И дальше финал. Приехали сюда не просто так забрать эти 25 миллионов тенге. Главное, вот сколько я победители не судят тебе, да? Алла бьется. Көп қателіктер жібердік, зато келесі айтады, опыт дороже денег деп. Үлкен опыт алып деп айтты. Очень тяжело. Два раунда выиграл. Третий что-то отдал, подустал. Так, соперник хороший. Ему только уважение. План был выйти, победить просто. Ну, так суждено было. Я хотел вообще-то Фанил и Мага хотел вызов бросать. Но что-то сейчас они зачитку дерутся, Фанил уже уходит, что-то смотрю. Я им сказал бы, не расслабляйтесь. Я иду за вами. Скоро, иншаллах, увидимся. Если мне дадут контракт, я бы хотел здесь свою силу проверить и заявить о себе. Я другой уровень. Я те, кто не поверили, сомневались во мне, не сомневайтесь, я делаю чудеса.
мог еще больше даже показать себя, но я вообще не изучал соперника, потому что мне за два дня боя сказали, типа, бой вот такой, будешь драться, принял. Кайфануло? Все понравилось, классно. Лига нравится. Участвовать еще хочу здесь. Надо готовиться. На коротком уведомлении вышел я опять же. Но в любом случае, была бы победа или поражение, то в любом случае это победа. По-любому. Хоть ты проиграл, хоть ты выиграл, что здесь находишься, это уже победа. И все же сюда могут добраться, Победу я посвящаю войнавским народам, Чечене, Ингушетии, Далбарсе, Абайлой. Аллаху Акбар. Я готов тебя, иншаллах, остановить. Нурбек Карабала, дайте мне бой. Я, иншаллах, остановлю его. Я знал, что у него физика, колоссальная физика, поэтому сам сберег свою энергию, чтобы на поздние раунды, если будет возможность, закончить бой. Но я знал, что досрочно это не получится, потому что Серега был нереально мощный.